Улица Эскуделиерс, которая вот там чуть дальше пересекается с улицей Авеньо, это важная граница именно готического квартала, того самого Бари-Готик Барселоны, конечно. На улице Авеньо, кстати, по его же собственному признанию, 14-летний Пабло Пикассо как-то потерял девственность, и вообще борделей там хватало аж до начала 20 века. Ну а здесь сегодня треугольная площадь Джорджа Оруэлла, да, именно так она называется. В свое время, полвека назад, вот тут хватало драг-дилеров, сегодня на все это безобразие смотрит, вы видите, чудесная скульптурная группа Леонардо Кристофоля, и со всех сторон видеонаблюдение, то есть как у Оруэлла. Все по его антиутопии 1984. А большой брат следит за тобой.